Всем привет! Сегодня мы сделаем шарлотку по многочисленным просьбам моих зрителей и моего мужа. Сделаем шарлотку. Я ее всегда делала в духовке, как все нормальные люди. Сейчас я ненормальная, у меня теперь есть мультиварка. Я теперь все делаю в мультиварке, и мне это очень нравится. Забросила, и пусть там варится, печется хоть 3 часа, мне пофиг. Что там, как там, знаю, что ничего не случится, само по себе выключится, и все будет прекрасно. Еды дома полно, но нету к чаю, как всегда. У нас к чаю никогда ничего нету. Ох уж вы, диабетики, всегда вам надо что-нибудь сладкое к чаю. Я люблю, например, хлеб с рыбкой, с чаем, например, или с намазкой с какой-то, опять же, с солененькой, какой-то икрой кабачковой, а вам надо сладенького. Ну ладно, делаем. Что мы сейчас сделаем? Мы взобьем 4 яйца с сахарозаменителем. Чуть-чуть сахарозаменителя. И взобьем просто яйца. Потом нарежем яблочки произвольными дольками, как хотите, кубиками, квадратиками. Вот. Сделаем тесто и все, и в мультиварку. Значит, сейчас мы взбиваем яйца. Взбила я яйца. Высыпаем туда разрыхлитель. И муку. Муку я предварительно взвесила на весах. Сейчас сколько использую, не знаю. Потом посмотрю. Чтобы посчитать калорийность. Кстати, мука цельнозерновая. Всегда спрашиваю, цельнозерновая пшеничная мука. Сейчас у нас белой не бывает, только цельнозерновая. Даже муки-то многовато я сыпанула. Так, добавим к маслечко хотя бы сюда. Хотя масла-то бы и не надо. Тесто получилось. На сахарозаменителе это никогда не делала. Всегда же с сахаром там больше получается жидкости-то, чем просто из яиц. Ну ладно, попробуем, что будет. Такая смесь получилась, густовато, но ничего. Муки использовала 100 грамм, надо было меньше. Так, сейчас будем резать яблочки. Для шарлотки я не чищу их, просто убираю какие-то изъяны. И просто вот так режу. Быстро. Мне же надо всегда все быстро. Можно дольками сделать, кубиками. Почистить их можно. Я часто яблоки чищу во многие блюда, но шарлотку почему-то всегда оставляю. Шкурку мне нравится. 4 яблочка я порезала, 5 оставила. Посмотрела соотношение теста яблок. Совсем никакущие. Яблок много, теста мало. Ну, наверное, так и надо. Для диабетиков самое то. Хоть яблочек тоже много-то вам не рекомендуют. Так, и сейчас мы это все размешаем. Постараемся, во всяком случае, размешать. Вот так у нас размешалось, нормально. И пойдем сейчас к мультиварке. И поставим на выпечку. Сливочным маслом я смазала форму. Ну, я думаю, что она не так бы не прилипла, мне так кажется. И переваливаем сюда яблочки. Разровняем тут их. Как интересно. Вот ложкой ведь делаю. Нет, чтобы пластиковую взять.
Ну все, ставим на режим выпечки. Так, на сколько? На час, наверное. На часик поставим. По умолчанию тоже час стоит. Не знаю, мне кажется, спечется за час. Ну все, ждем результата. Прошел час, испеклась наша шарлотка. Вон она даже внизу поджарилась, но сверху в мультиварке не запекается. Ну как, не поджаривается, только снизу. Я почему-то думала, что отсюда тоже сверху жарится. Нет, сверху она нет, не жарится. Ну, давайте переложим ее. Так, давайте с вами переложим. Ой, горячая. Еще горячая. О, красавица. Ой, ребята. Нет, все-таки такое счастье иметь мультиварку. Ёлки-палки. Почему же я раньше-то это не делала? Не покупала-то я ее. Целый час вот, а тут прыгала, смотрела, сидела бы возле этой духовки, чтоб не забыть памяти, нифига не осталось. Ой, а тут поставил, включил и ушел. Само выключилось, даже на подогреве остается. А ты когда вспомнил, подошел к ней. Вот. Красота. Ой, горячо. Горячо. Не, все-таки вот мука это, плюс к ней мультиварка. Этого. Посмотрите, как будто муки было мало, а так ее достаточно. Здесь поднялась. Какая красота. Сейчас попробуем. Красота. Видно вам? Близко подношу. Ну, я думаю, что это вкусно. Я сейчас молочка налью. Молоко пробую, как будто давно не пила. Ой, как я люблю вот эту горячую выпечку с молоком, с холодным. Ой, как вкусно. И поджарилась. Пусть снизу только, но все равно поджарилась. Ой, вкусно, ребят. Как это вкусно. Ну, кто любит яблоки и всю выпечку с ней, с ними, мне кажется, это оценит, очень оценит. Я пробую цельнозерновую муку, потому что не в каждом блюде, но эта мука идет. Но мне кажется, что я вот первые разы, которые пекла, там рулет, надо немножко другое тесто, немножко по-другому делать, и все, и рулет я хочу все-таки еще и еще раз сделать. Два вида попробовать. Оторваться не могу. Спасибо, мультиварка. Спасибо, цельнозерновая мука. Это очень вкусно. Делайте, ребята, наслаждайтесь. Я посчитала, кстати, в 100 граммах 129 килокалорий и 1 хе. Мне вообще вот в таком сочетании муки оказалось немножко, ну как будто бы я пересыпала, ну, больше насыпала. Густое тесто получилось, оно такое вкусное. Я переживала, что оно будет квеклое. Почему-то у меня было такое ощущение, что будет квеклое. Нет, очень вкусно. Очень вкусно, ничего не квекло, так же рассыпчато, как обычный бисквит. А ведь сбила просто 4 яйца без всякого сахара, чуток сыпанула
сахарозаменители. Хотя тут яблок много, сахарозаменитель здесь не нужен. Даже сладковато получилось, вот на мой вкус. Ну, это очень вкусно. Очень-очень. Все, ребята, буду продолжать кушать. Спасибо, что были со мной, меня посмотрели, послушали. И до новых встреч. Заходите, кстати, на мой второй канал. Мы вчера ездили к внучке, к старшей. У нее был концерт выпускной, ну, годовой. Она у нас участница ансамбля «Шанс». Это уже последний год она у нас отучилась. Она выпускница этого коллектива. Очень нам понравилось. Так хорошо девочка танцует. Так здорово. Ну, вообще весь коллектив здорово. Но мы помним, какой она приходила маленькой, ничего не умела. Но у нее такая хорошая пластика. Она маленькая, худенькая, гибкая. Так красиво танцует. Я прямо вот с такими глазами смотрела. Я постоянно смотрю с такими глазами. И слезы бегут. Спасибо этому коллективу. Все-таки они делают наших детей красивыми. Ну все, на этом я заканчиваю. Все, всем пока-пока.